Привет, мои подписчики! Мы сегодня будем делать пистолет с папой. Который мы неделю назад купили. Что там написано? Пойдем на ручки. Здесь Нюр. А это что-то? Это непонятно. Да. И кто-то его сломал. Не будем показывать пальцем. Так, ну короче. Он перестал стрелять. Да. Он не стреляет. Да. Вроде как заряжается, но не стреляется. Поэтому мы что-то его... с ним случилось. Короче, ты садись, а я пошел за инструментами. Ну, понадобится. Инструменты. Держи. Канцелярский нож. Пистолет. Это не просто пистолет. Это клей. Да. Пистолет. И отвертка. Отвертка. Маленькая. Начнем мы с отвертки. Начинаем чинить. Так, начинаем мы его разбирать для начала. Так, держи. Вытаскивай отсюда болтики. Так. Продолжим. Вроде как готово. Снимаем крышку. Снимаем аккуратно. Вот так. И как вы думаете, что могло здесь сломаться? Мы не смотрите знаем, внимательно. Пока. Ты знаешь, что сломалось? Нет. Смотри внимательно. Может быть, ты найдешь поломку? Где-то здесь сломалось. Ага, Максим нашел поломку. Тогда мы ее будем... чинить. Все верно. Начинаем вытаскивать. То, что нам помешает. Так, ну в общем, причина поломки вот вы. Мы нашли поломку. Ну так, мы уже выяснили. Да. В чем все-таки поломка? Поломка мы нашли у нас... поломку. Да. Вот и, этой... и она не может стрелять, запчасти. Потому что поломалась так. Она должна стоять вот так. Будем ее ремонтировать. Клеем пистолетом. Как можно решить эту проблему? А? Надо просто... взять клей, просто клеем не получится. Сюда нужно ставить какую-нибудь перемычку. Правильно? Да. Где нам ее взять? Ну ладно, сейчас найдем какую-нибудь перемычку. С этого сделаем сюда дополнительную запчасть. Новый. Да, смотрим лучше. Thank you.
клей. Давайте посмотрим, есть там клей. Клей есть. Теперь надо, чтобы он нагрелся. Горячий. Папа, а это клей? Да. Так, для начала нам надо приклеить саму конструкцию. Клей у нас идет? Да. Идет. Это мы клеим сначала саму конструкцию. Ребята, это не просто клей, Момент. Это горячий клей. Да, пользоваться ее надо предельно осторожно. Да, можешь больно вот. Себе сделать. Можно немножко вот так вот прижать его. Вот так вот. Надо ее нам проклеить. Что ты скажешь своим подписчикам? Вы должны мне поставить миллион лайков. Миллион? Да. Хорошо. Так, ну что? Подождать. Да. Вроде как у нас все застыло. Вроде как все хорошо. Теперь нам надо собирать его в обратном порядке. Да. Поставить патронник, где мы будем хранить патрон. Да, подзаряжать. Да, поэтому мы его ставим сюда. Вот сюда. Все правильно. И обратно мы все закрываем. Да. Готово? Я тебе помню. Надо проверить. Сейчас Максим проверит. Итак. Ребята, мы сейчас будем пробовать пистолет стрелять. Сюда, встань сюда, не видно тебя. И будем пробовать. Пистолет Отлично. Стреляет. Давай.
И он как новенький. Ну все, мы отремонтировали пистолет. Что надо сказать? Пока всем.